Дорогие телезрители, мы с вами находимся в лаборатории академика Петра Ивановича Ложкина. Как нам сообщил по телефону сам Петр Иванович, и именно здесь, вот в этой лаборатории, изобретено уникальное, совершенно чудодейственное средство от гриппа. Скажите, пожалуйста, действительно вот это настолько уникальное средство? Действительно уникальное, потому что это средство в состоянии бороться со всеми симптомами этой ужасной болезни. И это действительно чудо. Правда, есть побочный эффект. Есть. Но он совершенно незначительный и не в состоянии влиять на ход выздоровления. Ну, главное, что грипп побежден. Конечно. И все-таки хотелось бы поговорить вот с самим Петром Ивановичем. Я вам уже говорила, что есть небольшой побочный эффект. Дело в том, что Петр Иванович Ложкин, это я. Пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста, не надо.